Хотелось мне сделать вот такие светло-синие бусы. Не голубые, не темные, а именно вот такие светло-синие. Были у меня бусинки вот такие, которые похожи на опал. Были у меня вот такие темные, ну не темно-синие, а средне-синие бусины двух форм. Одни вот такие более плоские, а вторые по форме похожи на вот эти голубенькие. Господи, на вот эти светленькие под опал. Ну и было у меня 5 вот таких красивых бусин с розами. Они тоже здесь присутствуют, синий цвет. И вот такие красивые розовые розы. В общем, бусики сложились легко, быстро. Фурнитуру я подобрала под золото. Почему? Потому что, ну я не знаю, видно на видео или нет, но здесь вот на бусинках есть такая золотая прожилочка нарисована. Поэтому мне, ну, пришлось сделать золотую фурнитуру. И еще вот здесь между голубенькими бусинками я ставила вот такой нежно-нежно-розовый бисер. Ну, для того, чтобы как-то связать вот эти розовые розы вот, с голубым цветом. Браслет тоже простенький. У меня была одна, вот такая единственная бусинка клазане. Она немножко не входит в цвет, который я хотела. Она такая более голубая. И именно такой цвет, именно голубой, такой в бирюзу уходящий. Ну, я подумала, для браслета должно быть хорошо. Да, и здесь у меня бусинка с траблами. Вот здесь видно, да? Господи, ну что ж у меня так все плохо видно? Здесь красненькие точечки в обрамлении вот такой проволочки. Ну, это же техника клазане. Вот. А здесь вот эта проволочка немножко уплыла. И с одной стороны, получается, есть красненькое пятнышко, а с этой стороны нет. Ну, в общем, вот такая бусинка. Ну да, как я уже сказала, фурнитурка здесь под золото. Но, а замочку под золото у меня не было, поэтому замочки у меня здесь под серебром. Но зато замочки легко застегиваются, легко расстегиваются. Это вот такие тогл. Я могу сама надеть этот браслет, могу сама его снять без проблем. В общем, вот такой браслет. С сережками такая же история. У меня было две вот таких бусины клазаны. Вот таких темно, ну, синих, да. Ну, вот я считаю, что они очень хорошо вписались в эти серьги, такие интересные. Вот. Ну и получились у меня вот такие серьги. Вот такая красота. Не знаю, мне нравится. Вот такой легкий-легкий, такой летний, свежий комплект, который я назвала «Летнее утро». Да, здесь у меня тоже стоит тогл, только здесь тогл чуть побольше. Здесь, наверное, 1,5 сантиметра в диаметре, а в браслете сантиметр. Ну вот, но они похожи по технике, они, ну, по технике исполнения очень похожи эти два тогла. Вот такие, практически одинаковые. Вот, ну, честно говоря, я довольна. Ну, вот, под какую-то такую легкую футболочку, какие-нибудь джинсики или шортики на лето. В общем, нравится мне. Ну, вот такие у меня получились бусики. Ну, а всем вам огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам тоже понравилось. Не знаю, как смотрится на этом новом фоне. Это все эксперименты. Я даже не гладила, просто вытащила. Нашла такой тон, решила. Нашла такой зеленый цвет среди моих тканей. И решила, что, может быть, он будет как-то отсвечивать. Потому что если я кладу белый тон, то получается очень некрасиво. Камера засвечивает все, и абсолютно ничего не видно, особенно если бусы контрастные. Ну, в общем, не знаю, вот так. Вот, а всем огромное спасибо, хорошего вам весны, хорошего настроения, хороших выходных всем. Пока-пока-пока-пока.